Всем привет! Сегодня к нам на анбоксинг и краткий обзор попал Prestigium UHD-7 LTE. Давайте распакуем его и посмотрим, что он из себя представляет. В комплекте у нас идет сам телефон. А пока он включается, у нас в комплекте идет зарядное устройство мощностью 2 ампера, кабель microUSB, руководство пользователя и гарантийный талон. Также здесь идет скрепка и пленочка. Приступим к аппарату. Цвет аппарата черный, с серыми вставками по бокам. Сзади у нас находится soft touch, прорезиненный такой корпус, довольно приятный на ощупь, приятно держать в руке, очень удобно. На левой грани у нас находится слот для сим-карты. Для сим-карты и карточки microSD. На лицевой части у нас находятся три сенсорные кнопки для управления. Также здесь находится камера. На правой грани у нас находится качелька регулировки громкости и кнопка включения. Здесь у нас находится кнопка для включения камеры. Сзади у нас расположена камера и светодиодная вспышка. Полифонический динамик находится в нижней части. Телефон у нас защищен по стандарту IP68. Дисплей 5-дюймовый, Gorilla Glass 3 HD IPS дисплей. 2 гигабайта встроенной памяти, 2 гигабайта оперативки, 16 гигабайт встроенной памяти. Также здесь есть поддержка 4G. 13 мегапикселей основная камера. Встроенная батарея емкостью 4000 мАч. Android 7.0. Телефон у нас идет водостойкий и пыльнепроницаемый. 4-ядерный процессор, 2 гигабайта оперативки и 16 гигабайт встроенной. Фронтальная камера у него на 2 мегапикселя. Настройки. Снимки получаются среднего качества. В целом аппарат выглядит неплохо. На нижней грани у нас находится разъем microUSB. Обычная зарядка сюда не подойдет. Нужен удлиненный microUSB. Обычной зарядкой зарядить не получится. Также здесь находится микрофон. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите, на что еще снять. Анбоксинг или обзор. Пока!